Первой женой Дмитрия Пескова была Анастасия Будённая, внучка знаменитого командующего армией Семёна Михайловича Будённого. С ней они были знакомы еще со школьных лет. В этом браке у Песковых родился сын Николай. По словам женщины, они расстались, так как она не выдержала посольской жизни в Турции, предусматривающей строгое ограничение пространства и круга общения. Второй супругой Пескова стала Екатерина Солоцинская, дочь посла и внука дипломатов. Ей было всего 14 лет, когда после окончания учебы в институте на работу в посольство Российской Федерации в Анкаре приехал 23-летний Дмитрий. Она вышла замуж за Пескова, как только той исполнилось 18 лет. В браке у них родилось трое детей – дочь Лиза и сыновья. В 2012 году второй брак Дмитрия распался вследствие предполагаемой измены Пескова с олимпийской чемпионкой – фигуристкой Татьяной Навкой. В конце 2014 года пара Дмитрий Песков и Татьяна Навка перестали скрывать свои отношения. Отпали и сомнения в том, кто же стал отцом ребенка великолепной фигуристки. Дочь Надежда родилась в 2014 году.